число ребер графа. Число ребер графа. Это что? Сумма степеней его вершин, деленная на 2. Вот без этой теоремы я сейчас, что называется, совсем-совсем не смогу. Когда у меня есть любой граф, вот отсюда выходит 3 ребра. Отсюда выходит 3 ребра. Это называется степени вершин. Отсюда сколько выходит? 4. Отсюда 4. 2, 2. Что я делаю, когда складываю числа 3, 3, 4, 4, 4, 2, 2? Я на самом деле подсчитываю каждое ребро 2 раза. Согласны? По-моему, все. По-моему, я все объяснил. Я подсчитываю каждое ребро 2 раза. Но поэтому, если я на 2 поделю,